Вот уже 15 лет коллектив «Ертыс Медиа» в преддверии Дня защиты детей проводит благотворительные акции для главных виновников торжества. И этот год не стал исключением. Наша съемочная группа побывала на ярком празднике. Ставшая уже традиционная благотворительная акция для детей «Твори добро», организованная коллективом журналистов «Ертыс Медиа», подарила воспитанникам школы-интерната номер один, где обучаются слабослышащие дети, массу положительных эмоций и радости. Ежегодная благотворительная акция «Твори добро» нашла свое продолжение под сводами этого учебного учреждения. Спонсорами выступили творческий коллектив «Ертыс Медиа». Здесь очень замечательные, творческие, красивые ребята и, самое главное, талантливые, и несмотря ни на что, они счастливы. Акция собрала множество участников, в том числе клоуна и аниматоров, которые развлекали детей и дарили им незабываемые впечатления. Ведь главная цель акции – подарить радость и надежду тем, кто в этом нуждается больше всего. Сотрудники спецотряда быстрого реагирования продемонстрировали ребятам военное снаряжение. Особый восторг у детей вызвало знакомство с военной собакой по кличке Зевс. Кульминацией праздника стало вручение подарков детям. Каждый ребенок получил свой персональный набор, включающий игрушки, книги и канцелярские принадлежности. На лицах детей светились улыбки, и это дорогого стоит, отметили организаторы. По их словам, такие мероприятия помогают привлечь внимание к проблемам детей, нуждающихся в поддержке, и способствуют созданию более доброго и заботливого общества. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, Ертыс Акпарат.